Всем привет! Вы на канале Family Time на кухне. Сегодня предлагаю вам насладиться вкуснейшим блюдом и приготовить самого вкусного кролика в соевом соусе. Готовить мы его будем в духовке. Ведь нежное и сочное мясо никого не оставит равнодушным. Можно подавать такое блюдо как в семейном ужине, так и к приходу гостей. Расчет делаем. На 2 столовые ложки соевого соуса мы используем 2 столовые ложки оливкового масла. Также 1,5 ложки лимонного сока, ваши любимые специи. И 1 чайную ложку меда. Если нужно, увеличивайте порции в 2 раза. Делаем вертикальные и горизонтальные разрезы в нашем кролике. Сегодня я использую только ножки. Готовятся они, как видите, очень просто. Можно, конечно, делать их в сметанном соусе, но мне больше нравится соевым. Накрываем пленкой и оставляем мариноваться на 2-3 часа. Периодически нужно переворачивать мясо, тогда оно промаринуется равномерно. На гарнир у нас будет картофель с овощами. Для этого нарезаем картофель дольками и отвариваем его до полуготовности. По желанию можно не отваривать картофель, а сразу его запекать. Но в таком случае он будет готовиться немного дольше. Из овощей у нас паприка, горошек, кукуруза, лучок. Перемешиваем наши картофель с овощами, посыпаем специями, также добавляем розмарин свежий и немного оливкового масла. Все это перемешиваем и осталось сверху только выложить наши ножки кролика. И отправляем в духовку до готовности. Готовлю я при 170 градусах. Вот такой сочный и нежный кролик у нас получился. А мы желаем вам приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забудьте написать комментарий. До скорых встреч!